Так, у нас сейчас Hankook LT-версия 265-70-17, 10 PR. Что нас интересует? Во-первых, это уже RF-11. Это уже свеженькая модель. Все как любят вот эти вот белые буквы. Оно ототрется в первую же мойку. Это обычный защитный слой. Значит, что нас интересует? Нас интересуют два стали, два полиэстера и два нейлона. Это тред, это протекторная часть. Сайдвол, бочина у нас двух, два полиэстера. Дальше нас интересует вот этот момент. Значит, вот этот момент, естественно, он автоматически происходит. Естественно, это Корея. И вот здесь вот написано, что стандартизировано для использования в Северной Америке и Австралии. Ну, собственно, тоже очень приятно. Вот такая вот шикарная шинка. Полный обзор есть на канале.